Две группы туристов А и Б вышли из турбазы Южной и прошли по одному тому же маршруту до турбазы Северная. На рисунке изображены графики и движения. Какая из двух групп затратила на прохождение маршрута больше времени и на сколько часов? Очень интересная задача, потому что то, что здесь нарисовано, сразу сбивает, в принципе, наверное, с мыслью, потому что какие-то прямые, кривые начерчены. Поэтому очень важный момент, надо уделить, соответственно, тому вопросу, который у нас здесь есть. Потому что ответ на вопрос содержится еще практически ответ на задачу. Какая из двух групп затратила на прохождение маршрута больше времени, на сколько часов? Так, ну весь маршрут у нас составляет по протяженности 16 километров. Потому что вот он у нас, 16 километров. Если мы посмотрим движение группы А, мы видим, что вот этот маршрут, она шла, ну там, с разными средними скоростями, да. Но она преодолела 16 километров. И в сумме она потратила на вот это где-то 3,5 часа. То есть группа А это у нас 3,5 часа. Группа Б шла из отсюда и до сюда. Тоже 16 км прошла. И потратила она в сумме 4,5 часа. Вот. Теперь следует, что группа Б затратил на прохождение маршрута больше времени. И из B минус A вот это время вычитаем, да? TB минус T. Получаем 1 час. В ответ пишем B, соответственно, группа B. И 1.